В российской столице сегодня открылись Дни Азербайджана в Москве. Культурное мероприятие, приуроченное к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном, которое будет отмечаться 4 апреля, открылись сегодня звезды мировой оперной сцены Юсиф Эйвазов, Ильчин Азизов, Динара Алиева и многие другие. Особая программа была продумана до мелочей. Двухчасовой концерт состоял из произведений российских и азербайджанских классиков. Так для зрителей прозвучала музыка Глинки, Кара Караева, Чайковского, Тофика Кулиева. Мы сегодня, естественно, равноправно решили сделать программу, которая затрагивает и Азербайджан, и Россию. То есть будут произведения и азербайджанских, и русских композиторов, классиков. Чайковский, Амиров, то есть, Гаджибеков, это такая программа, которая охватывает самые такие лучшие и самые такие, скажем, исторически важные произведения, классические произведения, как Азербайджана, так и России. Концерт, который собрал сегодня уникальное созвездие замечательных, потрясающих, уникальных музыкантов, представителей Азербайджана, которые исполнят произведения и наши классические, и азербайджанские классические произведения, и русскую классическую музыку. Я думаю, что это будет очень таким показательным моментом нашего отношения к русской культуре, нашей безмерной любви к русской музыке. Церемония открытия прошла в стенах одного из ведущих театров страны – «Геликон Опера». Организаторы подчеркнули, что место было выбрано не случайно, поскольку театр активно сотрудничает с Азербайджаном. Несколько ведущих солистов театра, например, азербайджанцы. Также отмечается, что постановка «Золушка» азербайджанского композитора Леонида Вайнштейна вошла в постоянный репертуар и пользуется несколько лет небывалым успехом у зрителей. Культура, она связывает государство, и мы являемся очевидцами, как Азербайджан развивается вот именно в сфере культуры, сколько объектов построено, какие коллективы потрясающие работают в Азербайджане, какие замечательные артисты славят музыку Азербайджана по всему миру и вообще искусство, оперное искусство. Поэтому связи огромные, и мы очень ими дорожим, и сегодня для нас очень важный день. Организаторами Дней Азербайджана в Москве стали фонд Гейдара Алиева и посольство Азербайджана в России. Церемонию торжественно открыла вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева вместе со звездами Азербайджана. Неделя азербайджанской культуры в Москве.